нас планшет Samsung P5200. Он не заряжается, предположительно дело в разъеме, но не факт. Разъем находится вот на таком шлейфе, с ним еще тут микрофон находится. Вот, с виду вроде бы целый, чуть покоребанный внутри, но мне кажется, он рабочий. Таких разъемов, во-первых, у меня нету, и обычно они скорее меняются вот таким шлейфом. Думаю, шлейф рублей 300 будет стоить, ну может 500 максимум. Вот. Он здесь вот подсоединяется вот так. К нему подсоединяется еще какой-то шлейф, что-то к нему еще запитывается. Здесь он соединяется в плату. Вот, также аккумулятор находится в разряде. Сейчас поставил заряжать. Возможно, даже разъем не придется менять, а всего лишь я его сейчас почистил. Аккумулятор зарядим. Может быть, этого будет достаточно. Если нет, то придется менять шлейф целиком, потому что такого разъема у меня точно нет. Хотя еще посмотрю, но вроде бы не было. Вот. Открывается он достаточно проблемно. По периметру нужно пройтись, но корпус такой вроде мягкий, отходит нормально. Но, конечно, долго я его открывал. Вот. Так что сейчас ждем зарядиться до 3-7. Попробуем подкинуть шлейф, попробовать уже заряжать от разъема. Так, зарядил аккумулятор отдельно. Он зарядился, но зарядка так и не работает. То есть я его и пробовал туда-сюда перегибать, ничего не срабатывает. Так что придется менять целиком либо перепаивать, но разве у меня такого нету. Так что на этом закончим ремонт. Заказывайте этот целиком шлейф и меняйте. Всем пока.